Фермеры протестуют на площади у парламента Италии. Прямо под окнами депутатов развернут загон овец. Из центральных регионов страны в Рим приехали несколько сотен людей. Пережив серию разрушительных землетрясений, производители молока и мяса оказались на грани разорения. Это 25 тысяч фермерских хозяйств. Больше, чем в 2 миллиарда евро оценивают их убытки. Собравшись у парламента, люди обвиняют чиновников в бездействии. Говорят, что обещанной помощи так и не получили. Речь о восстановлении разрушенной инфраструктуры, загонов, сельхозтехники. Своими силами хозяйством проблемы не решить. Доход до продаж произведенной продукции минимальный. Спроса на нее в пострадавших от землетрясений регионах попросту нет. Я из Лионессы, и мой дом был разрушен. Мне бы очень хотелось, чтобы в такой тяжелый момент у нас было меньше бюрократии и больше дел. Потому что мы сейчас действительно столкнулись с большой бедой. Самая большая проблема в том, что действовать нужно немедленно. Если мои животные погибнут, помощь мне будет уже не нужна.